Что такое долги рода? Они мешают быть счастливыми, богатыми, успешными. Как это происходит? В вашем роду были хорошие люди, плохие люди. Каждый накопил опыт, как негативный, так и положительный. Существует коллективная родовая ответственность. Очень часто дети, температуря, сжигают таким образом карму. У каждого человека своя карма, свои долги, свои уроки. И даже во взрослом состоянии они нас настигают, и нам хорошо бы научиться распознать эти уроки. Для этого используйте практики, упражнения, энергопрактики, чтобы вытащить эти кракозябры, сжечь их и идти дальше уже здоровым, богатым, успешным, красивым, духовно развитым. Все фишки по ссылке забирайте, пожалуйста.